В КНДР провели массовые учения по эвакуации населения. Тренировки проводились в небольших городах в разных частях страны. Власти Северной Кореи на протяжении последней недели проводили учебные эвакуации населения по всей стране, сообщает в субботу, 28 октября, North Korea News. Отмечается, что тренировки проводились в небольших городах в разных частях КНДР. Использовался режим светомаскировки, когда в целых поселениях полностью отключался свет для дезориентации потенциального противника. В последний раз подобные учения в КНДР проводились в 2003 году. Трамп обсудил с военными ответы на действия КНДР. Напомним, ранее Северная Корея пообещала уничтожить всех врагов. По материалам сайта news.com.